стрелят. Вот она. Опа, видите. Смотрите, какая еще красавица. Руки просто. Такое оно, солнышко. Всех-всех приветствую, ребят. С вами на рыбалочке. Прорвался сюда только благодаря тому, что Нива у меня. Вот если так посмотреть. Камыши. Ну вот дорога. Не знаю. Не утонул на этот раз. Камыши, камыши, камыши. У нас сегодня будет рыбалка опять с живцом. Что еще вам сказать интересненького? Давайте, наверное, покажу, как это выглядит. Моя будущая рыбалка, река. Значит, не знаю тоже, буду с ночевкой или нет. Как рыба попрет. Вот она. Вправо идет, влево. Будем искать места вон как там с травкой. Усыночки всякие. Не знаю, как здесь насчет щуки. Место очень тихое. Могут проехать далеко не все. Вот, как бы. Оазис для электроудочников. На Вороне, скажем, у нас все выбито, все. Туда уже никто не ездит. И подводные охотники, и надводные, и пелагические всякие не ездят. Ну вот была прошлая рыбалочка, я две прошлых поймал. Один раз 8 щук, другой раз 8 щук. Посмотрим, что здесь поймаем. Буду выкладывать. Первое, что я делаю всегда, это спасаю живца. Поскольку его здесь больше, чем надо, в плане объема воды, и он может задыхаться. Поэтому большую часть живца я пересаживаю в садок. Почему только большую часть? Ну, это по простой причине, что из садка он может уйти. Уже у меня было, выдр таскало, и не один раз. Так разбомбить садок. Живец у меня самый что ни на есть от средней щуки, хотя и мелкая его проглатывает соплями. Вот такая она красота. Тишь и благодать перед морозами. По карте так посмотрел, откуда начать, куда поплыть. Сейчас пойдем туда. У меня есть возможность в этом году живца много наловить. Попробовал сдавать в магазины. Говорят, не сезон. Хотя на живца уже ловят и давно ловят. Вот. В одном магазине чел заспорил со мной. Говорит, это плотву надо.
Вон карась висит, а плотва дергается. Ну, я не знаю, как, ребята, вы как считаете? Я знаю, что плотва, если дергается, то недолго, а потом висит. А вот сейчас поставил карасика. Плавает. Ну и, в принципе, я 90 случаев из 100 ловлю на карасика. И причем карасик, если его поставил в середине дня, ну и, скажем, не клюнула ни разу, не взяла щука, то и утром он, да, он может стоять. Но, ребятки, как бы живой. И когда подходишь к нему, он начинает шевелиться. В принципе, и щука, когда подходит к карасику, он начинает дергаться. А вот плотву я заметил, что если она быстро, она выдыхается быстро, то если она выдохлась, то она вообще ни в каком случае не дергается. У нее просто нет сил. И вот здесь двояко такая картина. Что лучше, да? Напишите, что лучше. Вот крючочки для такого живца маловаты. Но, однако, что-то мы попробуем сделать. Вот. С таким маленьким крючочком, вот он, она его проглатывает по полной. Видите, он как? Иногда даже бывает, щуку тянешь, она его-то, ну, короче, выскакивает живец вместе, ну, из кишечника, вместе с крючками, даже не зацепляясь. Это бывает редко. Чаще, если щука заглотила, то все удачно. В гортане где-нибудь может застрять. А в лодке, в смысле. С вами поставили. Эх, травы нет вокруг. Нет. Вообще-то река держится за счет того, что очень много закамышованных мест. Ну, очень много. И естественно, электроудочники его посещают, но здесь еще камыши и огромные пространства, наплывные камыши, то есть они растут на такой подушке, что называется. Придется большой крючок ставить. И под этой подушкой они рыбы, или рыба, лень, карась, щука часто там прячется в жару, там родники бьют. Бывает, что летом вообще щука не ловится, а вот именно по этой причине не ловится, что она теплую воду не любит, сильно теплую, и прячется в камышах. Вот за счет этого река еще живет. В основном я здесь с рыбой, все время с рыбой. За редкими исключениями бывает вообще просто, что называется, голяк. Вот просто голяк. На реке Ворона голяк в том случае, когда ночью прошли электроудочники. Сначала по одной стороне, вернулись по другой стороне реки. И этой зимой не знаю, а предыдущие зимы эту реку постоянно травили здесь. Зимой красная вода течет.
в газетах писали. То ли мебельный какой-то комбинат, я не помню, то ли сахзавод какой-то этим занимается. Вот местечко. Там Бог велел повесить рогатульку. Здесь деревьев нет, чтобы тычок поставить. Вот будет рогатулька. Ну и течение здесь какое-никакое будет помогать шевелиться. Ух ты, это на сама живцу будет помогать шевелиться. Так, ну гуляй, гуляй. Все, пока постановку, ребята, мы с вами прекращаем. Я вижу отсюда, как раскручивается поплывочек. А значит, два варианта. Она проглотила и пошла. Второй вариант — зацепилась и пошла. Но как бы в таких случаях уже медлить не стоит. Сейчас мы ее, красавицу, достанем. Опа, раскручивает нехило. Ой, далеко в траву не заводи. Ну так, по приметам народным, килошная. Хотя, может быть, и больше. Но здесь мало щуки, которая зацепила соседнюю. Ну что ж, погнали, ребята. По-моему, и соседняя с этим. Точно, и соседняя сработала. Сейчас я вот так вот закреплю камеру и погнали. Вон куда далеко увела. И соседняя со щукой. Но сидела тихо, пока я не подошел, так что она в процессе заглатывания могла и бросить. А здесь вроде как сидит. Вот, небольшая щучка. Я размечтал, килошная там. Мечтатель. Терпения нет. Сидеть и ждать, когда она там проглотит. Попробуем вытащить. Подкрасться незаметно. Может, подсыпку, если она еще не проглотила. Но надо подкрасться незаметно. До щеки. Так. Ну, крупная щука там уже среагировала. Так, сейчас натяг сделаю. А потом попробую подсечь. Опа. Ага. Угу. По-моему, не без толку. Хотя хрен он знает. Что-то тяну, тишина. Вырвал изо рта у нее, ребята. Нет, не вырвал. Сейчас мы ее с вами подымем. Щучку. Ага. Тихо-тихо, не рви так. О, ребятка. Ребятки, щучка неплохая. Ну, по нашим, не по волжским понятиям. Щучка неплохая. Ну, где ты есть-то? В траву опять зашла. Мы тебя достанем. Смотрите, какая щука. А? Разве плохая? Да. Полностью размотала. Хорошо, не в траву, как я понял. И вот он от меня убегает.
сейчас спокойненько взять, а то опять убежит. Опа. Взял. Ну, начало неплохое. Есть в этом всем еще минус какой, что вот сейчас я здесь поймаю пяток щук, ну и почти что до следующего дня может молчать. Ребята, ну вот сейчас килошная, наверное. Что-то там вот дергает. Ну пусть полкилошная. Надо же, сколько смотало. Пока я тебе ставил. Вау, ну это уже интереснее. Я ее вижу уже. Хочу, чтобы и вы увидели. Сейчас. А там уже блестит на глубине 2 метра. И действительно не самая плохая щучка. Сейчас главное спокойно с ней разобраться. Взять ее аккуратно. Вот она. Вот она. Вот она. Видите, это получше. Затишок такой ветреный. Я услышал, как ее разматывает. Шлеп-шлеп-шлеп-шлеп по кувшинкам. Но это и произошло только что. Минуты 3 назад, 4. Есть полный смысл подождать. Пусть глотает и куда хочет потом плывет. А как только надернется второй раз после того, как проглотит, мы увидим и будем тащить. Сейчас бы самое время чайку попить. Я сегодня еду забыл. Представляете, жареного гуся, яичницу, яблоки, виноград. Все забыл. Жена говорит, я же тебе сказала, я там повесила во дворе, сейчас же холодно по ночам. Я говорю, ну сказала, когда? Вчера, а сегодня кто мне что сказал? Так и уехал. Не могу я научить. Иду в последний день мне, ой, в последний момент в руки давать. Или в машину меня запихивать, тогда я уже не забуду. Ну а сейчас холодно, организм требует калорий, а у меня нет их. Сейчас подождем, будем вытягивать. Так, попробуем установить камеру. Вот экшн-камеру утопил я. Все хреново теперь. Так, что ж такое? Ага. Есть какая-то некрупная щучка. Сейчас я его возьму. Вот такая она. На солнце снимаю. Ну, щука, ребята. Одену сейчас все-таки свитерок. Да и щуку выгрузить надо. Она еще поживет. Домой свежее придет. Приедет, вернее, уже приедет. Так. Выгрузим. Где она есть-то? Опа. Посмотреть, дырки нету здесь. А то у меня было уже. Ну-ка. Ну, уже весит кое-что. Ну-ка. Раз, два, три. 4, 5, все верно. Самую большую потерял, 6-ю щуку. Не выгрузил. Еще подумал, вроде крупнее щука-то казалось. Теперь выгрузил. Еще бы, может, минуты и две, я закидуху свою не нашел бы одну. Вон, вижу, зарылась прямо на глазах под кувшинки. Похоже, щука упорная попалась.
И вот, ребята, я никак на берег зайти не могу. Еды нет. Калории берегу. Свитерок одеть. Вон она. А выйти не могу. Это будет, если сейчас поймается, шестая щука. А день-то весь впереди, считай. Опа, успел. Успел поймать. Ну что, как вам показать? Ух, вон она щука, где бьется. Ладно, честная, я вижу, и она засеклась. Может сорваться. А у меня этот подсачник в машине. Я, как всегда, не беру его. А зря. Штучка-то хорошая, неохота, чтоб сорвалась. Похоже, она не проглотила, затекла. Крючок большой. Так, подтянем. Главное что-то сделать. Щука подустала. Вон так щука бьется. Что-то предпринять. Что, все что ли? Ну, так и есть. А, нет, есть, вот она. О, смотрите. Щука. Щука, ребята. Есть у меня 5 сухариков и чай. Вот будем греться. Хорошо, ребята. Свобода. Пускай временная свобода. Домой приедешь, хлопоты. Безденежье. Ну как бы, а что? Что можно придумать? Ничего не придумаешь. Как только вот приехать так на природу, оторваться на рыбалочке без спиртного, когда мозги не затуманены. Иногда хочется, конечно, компанией с винишком. Ну, компанией какой? Для меня 2 человека — это уже компания. Больших не люблю. Сейчас бы здесь плюх по этому плесу, всю щуку попугали. 10 раз со спиннингом бы по одному месту прошли. А так я потихонечку подошел к травке, с краешку поставил. И буквально, и сегодня так же, не успел отойти уже по клевке. 6 штук, нормально, да? Ну пусть не за 2 часа, пока я туда-сюда за живцом от 3 раза ездил. Пусть за 3 часа. Только сейчас вот на берег сошел. Так они у меня разбросаны. От закидухи до закидухи надо еще прогрести. Сейчас еще в тот край у сынка схожу, посмотрю, если есть трава. Здесь может уже клев прекратиться. Но щука, она не бесконечно же подходит. Она некоторое время держится в условном своем месте. И может придется с закидухами переехать в тот край. Но оттуда с узкого места идет вынос. Держится рыбка, малек. Ну, наверное, и щучка, поэтому там. Вот здесь в фарватере нигде у меня не клюнуло. А вот чуть туда у сыночек, в камыши, все. Вот последняя щука. Видели сами. Иди, иди сюда, дергать не будем сильно. Иди, иди. Опа, вот она щучка. Ну дай я тебя возьму. Вот она.
ребятки. Вот еще, ребятки, в ноль размотанная. И около камышей. Ни о чем хорошем это не говорит. Теперь еще надо суметь достать эту щуку. Ну, как-то счастье, можно сказать, ребята. Не в сторону камышей ушла. Опа, подсечем ее. Я ее чувствую. Вау. Да это тоже ништяк, щучка-то. Как бы так, чтобы вам было видно, пацаны. Поближе, подальше ракурс взять. О, упирается в траве, наверное. Вот под нами. Ну и чё? Сошла? Твою ж душу, блин. Видать, я подошел в тот момент, когда она только глотала. Только я вышел удочкой щеку потягать в свое удовольствие. Кнопку не включил, сейчас щучку вытянул. Такую хорошую по нашим меркам. И вот еще сработка. Вот она. Сейчас вы ее увидите. Вот она. Опа, видите, закрутилась. Как пропеллер. Сейчас попробуем взять эту щуку вместе с вами. Та под ногами где-то бьется. Так, пробую подсекать. Где она есть? Ага. Ну, щука, по крайней мере, как я только что поймал, не шнурок. А вот вытащить ее сейчас мы попробуем вместе с вами. Вон там кувшинки тащатся. Так, это живец. Так вот, чтобы вы видели мои руки. Закрутила. Закрутила. О, достойная щучка, ребята. Еле засеклась. Пока я вам показывал, она имела полное право сорваться. Вот, ребята, насчет крупного живца. Вот спичного коробка нету. Но вот он 10 сантиметров длиной. Чаще всего говорят, что это крупный живец. Ну, для Волги, может, и мелкий. А вот он не крупный. Его вон та щучка до кило или дотягивает. Она полностью проглотила. Да еще с таким крючком большим. Вот. А чем он лучше, я заметил, на них клюет чаще. По простой причине, что они сильнее бьются. То есть щука боковой линии, она дальше чувствует крупного живца, чем мелкого. В общем, фарватере в русле не ловится. Вот в этом году в русле вообще никак. И вот все вот по плесам, по кувшинкам. Сейчас, конечно, кувшинка сгниет, ляжет, рыба уйдет в фарватер, и щука за ней уйдет туда же. Вот. Ну, а пока она здесь держится. Хоть и в гнилой кувшинке, но кувшинке. Не терпится мне, конечно, сейчас вот попробовать ее вытащить. Глотает быстро. Прям с крупными крючками, хоть и щука мелкая. И все закидухи я не успел расставить. Поклевки идут. То пустые срабатывания, то есть щучка бросает. Ну как бросает, она, может, и не бросила, но в траву заходит, леска цепляется.
ее колет, и она плюет, жрет, уплевывает. А особо настырной вот такую мы попробуем сейчас вытащить. Вот такие, пацаны, щучки у меня. Я думаю, неплохо так за один раз-то поймать, да? Столько щучки.